Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное и физическое возрождение, движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить духовное, душевное здоровье, а вследствие этого здоровья физическое, в том числе восстановить зрение. И я профессионально занимаюсь тем, что помогаю людям, те, кто носит очки, каждый человек может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Это возможно, доступно каждому. Вот этим я уже профессионально 10 лет занимаюсь. Кроме того, я являюсь первым заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость. Председатель нашего союза, всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года ему исполнится ровно 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 76 лет до сегодняшнего дня он оперирует людей. Я являюсь его заместителем по этой общественной организации. И поэтому сегодня меня попросили побеседовать с вами о проблемах алкоголя, табака, наркотиков. Сам я в 1983 году прочитал доклад академика Углова о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР и навсегда после этого прекратил употреблять алкоголь, пиво, вино и водку. Никогда в жизни я не курил, никогда в жизни в руках даже не держал никаких других наркотиков. Живу я, работаю в Новосибирском академгородке. Ну вот, собственно говоря, вы про меня уже почти все знаете. Я бы хотел познакомиться с этой молодой прекрасной аудиторией. Есть среди вас люди, которые тоже принципиально не употребляют пиво, вино, водку. Поднимите руки, пожалуйста. Есть такие? Ну, есть, да, спасибо. А есть в аудитории те, кто никогда в жизни не курил. Поднимите руки. Есть такие тоже? О, побольше, хорошо. А есть те, кто по праздникам балуется другими наркотиками. Есть такие в аудитории? Нету, да? Ну вот, как я и предполагал, самое главное для вас проблема – это проблема алкогольная. На втором месте стоит проблема табачная. Ну а на третьем месте стоит проблема обычных других наркотиков, которые я тоже каким-то образом тоже коснусь. Каждый день нашим детям показывают по телевизору сказки про алкоголь. Уже набила оскомину реклама, когда мордатый мужик с друзьями на Новый год в шутовском новогоднем костюме сел пить пиво. И находился он в непрерывном пивном запое ровно 2 месяца и 8 дней. 8 марта он заявился на работу, его спрашивают: «Ты где был?» Он говорит: «Пиво пил». А мужики-то не знают. Он еще помнит, что там мужики пьянку пьянствуют и не знают, что на улице 8 марта. Конечно, это сказка. Сказка для маленьких детей. Потому что любой взрослый человек знает, что если человека вот так непрерывно в течение 2 недель поить пивом, от пивного опоя умрет любой. Просто умирает от пивного опоя. В этом году 32 раз подряд на Новый год показывали замечательную сказку про алкоголь для взрослых величайшего сказочника всех времен и народов Эльдара Рязанова. Называется эта сказка «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сюжет этой сказки про алкоголь прост как огурец. Человек с друзьями накануне Нового года пошел в баню и там напился до чертиков и обрел свое счастье. Да какое счастье-то обрел? А кто там напился? А напился там не кто-нибудь, а напился там по сюжету врач. А кто там так весело пьянку пьянствует и гуляет? А пьянку там пьянствуют и гуляют не торговые работники, а пьянку там пьянствуют учителя. И Барбара Брыльска в самый переживательный момент засунула в рот сигарету и с экранов телевизора начала дымить табаком. Учительница русского языка и литературы по сюжету впервые в истории советского кино
32 года назад с экрана телевизора закурила. Ей в те годы все девчонки подражать пытались. А вот я вам уже расскажу не сказки, а суровую реальную быль. 1 января 2000 года вечером диктор новосибирского телевидения в новостях радостно сообщил, что сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие из них главы семейств. А еще 180 человек в пьяном виде отморозили навсегда либо руки, либо ноги. Так вот, 78 человек, убитых пивом, вином, водкой за одну только новогоднюю ночь, это в 10 раз больше, чем погибло за всю чеченскую войну из Новосибирска. 8 человек погибло. Вот ведь идет какая война. Война идет страшная, а мы про нее даже и не подозреваем. Второй вам реальный случай расскажу, который произошел в моем родном Новосибирском академгородке, к сожалению, в моем родном Новосибирском государственном университете. В общежитии номер 3 в кафе за столиком сидело 4 студента 4 курса математического факультета. Ну, они сидели, как это водится у молодежи, пили пиво и курили. А за соседним столиком точно таких же 4 студента 4 курса химического факультета, кстати, взрослые люди, и тоже сидели, пили пиво и курили. И у студентов-химиков закончилось курево. Подошли к математикам, попросили закурить. Но то ли они не так попросили, то ли им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, трое искалеченных попали в реанимацию, а 4 пьяных арестовала милиция. Заведено уголовное дело от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Это реальный случай, произошел 3 года назад в Новосибирском академгородке. И расскажу вам третью реальную историю. В городе Минске проходил городской праздник пива. И в рамках этого праздника для молодежи на площади Немига устроили грандиозный рок-концерт. На этом рок-концерте рекой лилось пиво даровое. На этом рок-концерте молоденькие, нарядно надетые девушки каждому назойливо предлагали покурить сигареты именно вот этой марки. На, покури. Бесплатно, только покури. И тут началась гроза. И вот эта одуревшая от пива и сигарет молодежь бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла 57 молоденьких девушек. Причем на следующее утро судебно-медицинская экспертиза установила, что все 57 растоптанных девушек тоже были пьяные. И что самое удивительное во всех этих историях, на 4-й день я с представителем деканата поехал в тюрьму. Запросили характеристики на арестованных студентов. Я прочитал характеристики, я ахнул. Это лучшие студенты факультета. И с этими характеристиками к орденам представлять, но не в тюрьму на 8 и 20 лет сажать. Ну, приезжаем в тюрьму. Ну, думаю, наверное, крутые ребята. Сидят, что там, убить, зарезать. Заходим в камеру, сидят 4 молодых парня. Вот такими слезами плачут. Ни один из них ни на 8, ни на 20 лет в тюрьму садиться не хочет. Поговорили, умнейшие ребята, я вас уверяю. Лучшие студенты лучшего за Уралом высшего учебного заведения Новосибирского университета в академгородке. Но вот пиво и сигареты этих умнейших ребят превратили в дураков и зверей, которые своих собственных товарищей могли взять, убить и искалечить. На 3-й день в Минске хоронили жертв трагедии. Стоит 57 гробов. Стоит президент Лукашенко со свечкой, плачет. Все правительство стоит, плачет. 500 тысяч молодежи со всего города собрались хоронить. Стоят, плачут. Какие одухотворенные лица, скорбь, раскаяние. Но вот пиво и сигареты вот эту молодежь превратили в дураков и в зверей, которые своих собственных девушек взяли и растоптали. Так что же это за такие странные продукты? Пиво, вино, водка, сигареты – которые круглые сутки рекламируют на всех углах и по телевизору, которые круглые сутки продают на всех углах. Неужели это такие необходимые нашему народу продукты? На самом деле сигареты, пиво, вино и водка – это никакие не продукты. Это самые опаснейшие на Земле наркотики,
которые пущены в нашей стране в широчайшую свободную продажу и приносят столько горя и столько слез нашему народу. Дело в том, что в состав пива, вина и водки входит алкоголь, этиловый спирт. Его химическая формула C2H5OH. Это проходит в средней школе, но, к сожалению, в средней школе детям не сообщают, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. И если человек единовременно принимает более 8 грамм на 1 килограмм веса, он от этого яда умирает. Ну, скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта дать выпить, не дать вырвать, его этот спирт убьет. Этот яд является наркотиком и приводит человека в состояние наркоза. Наркозная доза 4-6 грамм на 1 килограмм веса. И вот во время Великой медицины 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операциях. И во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они использовали самогон в качестве наркотика в госпитале при операции. Раненому натощак давали выпивать 3 стакана самогона. И он впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона наркоз натощак, а 4 стакана – это смерть. Почему отказались от алкоголя как наркотика в медицине? У него очень узка наркотическая широта. Человек пьет, пьет, больно, еще выпил, некоторые сразу умирают, проскакивают не больно, сразу летальный исход. К сожалению, опрос показал, что больше половины из вас хорошо знакомы с этим ядом в виде пива, вина и водки. Но мало кто знает, как его делают, а я знаю и с удовольствием расскажу. Люди научились делать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Брали сосуд и в сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали внутрь сока дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар. А сзади, из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз выходит этиловый спирт, C2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному, экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, они в собственном дерьме захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, в Москве на всех углах его продают. А если 2 года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже называется вино сухое марочное. Стоит 2 раза дороже, орден прилепят, медаль. Сбывается оно намного успешней. Очень многие люди, особенно девушки, молодые женщины, почему-то любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков 5 разных сортов. Основной сорт винограда – шампань. В зависимости от их соотношения этих соков получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. А у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлены отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой-летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через 2 года процесс уже подходит к концу, и пора план выполнять,
Они открывают эту штольню и закатывают туда мощный прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Как он, пьяница, выпьет шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Интересно, что эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают древесные опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. У Высоцкого даже песня такая была. И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с 3-4-5 бутылок? Да, действительно, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт получают из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать и перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас летом есть такая тонкая хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полкило дрожжей как туда бросят, ой, как там начинается процесс и с газами, и с запахом, и с пеной. Мимо туалета проходишь таким кислым, чем-то полусухим, полусладким, шампанским с туалета потягивает. Ну а вам, уважаемые ребята и взрослые, если не дай бог, еще когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и вам с этого пука на праздник тоже перепало. Тоже перепало. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкоголем. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в человеческом головном мозге. Потому что именно там этот яд имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, спирт, в них содержащийся, всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году три американских ученых-физика Найсли, Москау и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки глаз, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда, и красные, белые, кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников физики посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих склейках они насчитывали по 5, 10, 40, 400 до 1000 штук. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего нормально, а у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива. Он эту кружку пива высосал, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали вот такие алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Кстати, в 9 классе средней школы учитель биологии должен был на уроке показать нашим детям опыт воздействия алкоголя на кровь. Опыт очень простой. Берется пробирка, наливается вода, капается несколько капель крови. На фоне лампы вода окрашивается в ярко-оранжевый цвет. Тут же в эту пробирку капается несколько капель водки, прямо на глазах кровь сворачивается хлопьями. Оказывается, не только в пробирке, в сосудах алкоголь сворачивает кровь.
Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты, снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд. И они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Но если для больших сосудов в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон, которая обозначается вот таким треугольником с точкой, в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. И вот когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона человека безвозвратно навсегда погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом человек мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь – это самое мощное оружие, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ. И превратить людей из людей разумных, творческих, мысленных, вперед нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо. С единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Вы знаете, пьяницы, они поэты. Они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем. Слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим. Человек под действием алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосел. Второй стакан заглотил, поднялся, орать начал, руками махать. Третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем. То ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Вот что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Я когда был почти такой же молодой, как и вы, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, нас вечером вдруг собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в галстуке целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика алкоголя нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали. И у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель. И вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши. А один парень, мой земляк из Рубцовки, сказал, да ладно, бросьте вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек с алкоголя дуреет, с пива, вина и водки. А он так и оскорбился, ну что вы, ну зачем так грубо, дуреет. Ну конечно, если он не культурно, да неумеренно напьется. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголя напьется, дурость с него выходит, он дуреет. А проспится он умнее становится, дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали и мы над его наивностью.
А что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, разницы нет. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть мозга, вестибулярный аппарат. Их вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него там вместо этих клеток, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец в палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных, табачных, наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из песен написал: «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы, запомнили. Стенки-то, оказывается, были с обоями. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти убитые клетки начинают гнить и разлагаться. Вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит с утра клещами голову пьяницы. Вот эта жидкость растворяет погибшие клетки, и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова природа этого наркотического яда, алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь, является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу, пиво, вино, водка, разницы нет. Молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки может попасть плохая экология, может попасть химия, шлаки, другую молекулу алкоголя затянуть. А здесь ядро, хромосомы. В конечном счете, алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы спросите, скажете, да что нам жалеть, у нас же миллиарды клеток. Я согласен, особо наши клетки жалеть не надо, но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повредит алкоголь, то вы получите вот такого вот ребенка с поврежденной ротоносовой полостью. Молодежь потом подойдет, посмотрит поближе. Это родительский алкоголь. Либо вот такого вот дебила. Ему 16 лет, я специально старшеклассникам в школе показываю их ровесника. Это тоже родительский алкоголь. Или вот такого олигофрена, ему тоже 16 лет, на руках его держит. Тоже родительский алкоголь. А вот у нас в Новосибирске родился урод. У этого урода есть уши, он слышит, боится звуков. У него есть рот, он ест, но нет глаз, нет носа. Оба родителя у него с высшим образованием.
Выпили, выродили, сдали его на шею государства. Тут же, естественно, моментально. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы, которых нам последнее время постоянно показывают по телевизору, это алкогольно поврежденный зародыш двойни. И я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось. У этого существа одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И вот меня мои студенты все время терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые молодые люди, тоже запомните на всю жизнь и расскажите всем. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю особо, для русского человека – равна нулю. Не существует для нас безопасной дозы алкоголя. Меня студенты опять дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну как же так? Вот ведь тысячи лет пьют французы. Почему до сих пор, объясните, не спились французы? Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, до сих пор не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают. Они-то почему не спились? Под этим, как ни странно, тоже есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот это алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские северный народ, алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукчи, ханту, якуту им 5 раз наливают по 100 грамм, на 6-й раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены десятки народов народностей Российской Федерации. Это малые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже 13-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ исключительно алкогольной войной, которая против него ведется. Несколько слов о табаке. Я, как уже говорил, никогда в жизни не курил по одной очень простой причине. Я родился в Сибири, в Алтайском крае, в деревне после Великой Отечественной войны. И к нам с фронта в деревню вернулось несколько инвалидов. А при Иосифе Виссарионовиче Сталине инвалидам за полученные на фронте ордена и медали, награды, полагалась существенная прибавка к пенсии. За проявленное на фронте мужество и героизм при Сталине шла доплата этим инвалидам. Но какая-то, извините, сволочь подучила этих инвалидов, что вот эту добавку к пенсии надо обязательно пропивать. И они, получая эти деньги, шли к магазин, брали водку, садились тут же рядом возле магазина на бревна, пили эту водку. Ну а мы, деревенские мальчишки, вокруг них крутились, они нам бутылки пустые давали, мы сдавали и леденцы покупали. Так вот, возле этого магазина жила бабушка, у которой было 2 маленьких козленка. И вот эти мужики-инвалиды 1 козленка научили курить. И этот козленок попал в такую страшную зависимость от табака, что он бегал по деревне, и когда видал какого-нибудь человека, видел с этой дымящейся вонючей соской табачной, он подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали пососать. Вся деревня хохотала над этим, так сказать, цирком бесплатным. Мы, мальчишки, тоже хохотали, а осенью вдруг обнаружили,
что братец этого козленка вырос в здоровенного козла. А этот козленок как был маленький, так маленьким и остался. У него полностью от табака прекратился рост. И только в университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь. 14 из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, они являются самыми настоящими табачными наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал и этот несчастнейший козленок. Так вот, когда все эти ядовитые вещества заглатываются в легкие, они тут же всасываются в кровь, и в крови эти яды разрушают у человека и животного витамин А. А витамин А – это витамин роста, и витамин, кстати, хорошего зрения – тоже витамин А. Поэтому всякий раз, когда мне в детстве и в молодости предлагали закурить, я вспоминал этого несчастного козленка и говорил: «Нет уж, увольте меня от такой страшной глупости». Что же происходит, когда человек засасывает в себя ядовитый табачный дым? Сигареты, папиросы. Даже если он находится рядом с курящим человеком и заглатывает чужой дым. Это так называемое пассивное курение. Оно тоже страшно вредно для организма. Когда человек-курильщик заглатывает эти яды в легкие, они тут же всасываются в кровь, и защитная реакция организма по всем сосудам идет спазм. Идет спазм сосудов. И вот он затянулся этим дымом. Спазм сосудов. Пшш, выдохнул. Сосудики отходят, отходят. Еще траванулся. Спазм отходят. Спазм отходят. Мы посчитали, в течение 8 лет курильщик в среднем около 1 миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной залил в себя кружку пива. У него спирт всосался в кровь, посклеивал эритроциты. Эти склейки позакупоривали клетки мозга, позакупоривали в некоторых местах сосудики. Сосудик закупорился. Раздуваются сосудики, морда лица у пьяницы от этого красная становится, но кровоток через сосуды прекращается. Вот такое раздутие сосуда в области ветвления в медицине называется аневризма сосуда. Аневризма. И вот он залил в себя кружку пива, но ведь он же не будет в пивной, как на бензоколонке, сразу со шланга 4 литра в себя заливать. Ему же до следующей кружки что-то же надо делать. Он, естественно, сует в рот сигарету и делает затяжку. При затяжке по всем сосудам организма идет спазм. В том числе и в этом месте сосуд пытается спазмировать. А стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное подпирает. И при какой-то очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается и происходит микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, болезнь эта называется микроинсульт. Может человека парализовать, может парализовать и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Таким образом, также запомните, молодые люди, на всю жизнь, алкоголь плюс табак – это быстрая и верная смерть. Они усиливают и усиливают многократно отрицательное воздействие на организм человека вместе алкоголь плюс табак. Ну и чтобы не показаться здесь человеком, который нагнетает излишние страсти вокруг алкоголя и табака, я вам скажу, что наша медицина законно гордится, что 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных, невесть откуда на нашу голову свалившихся сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам за 2 минуты показал сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% мужчин, молодых мужчин в нашей стране. Убивает их водка и табак. Что же происходит дальше с этими сосудами? Эти сосуды спазмируют, отходят, спазм отходят, спазм. И вдруг при каком-то очередном спазме происходит схлопывание сосуда.
В медицине этот процесс называется облитерация сосуда. Облитерация. Схлопывание сосуда. Сосуд схлопнулся и назад не расходится. И через этот сосуд кровоток превращается совсем и навсегда. Если процесс облитерации и схлопывания произойдет в желудке, в печенке, там, в селезенке, во внутреннем органе, организм все равно сумеет подвести с этой стороны кровь, потому что разветвленная система кровеносных сосудов в организме. Но если процесс облитерации сосуда произойдет в пальце руки или в пальце ноги, с той-то стороны неоткуда кровь подвести, и у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндотелиит. В народе ее называют ноги курильщика, а последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В течение 3-4 часов палец опухает. Если не успеть отрезать палец, ампутировать, на следующий день палец начинает гнить, начинает опухать стопа. Если не успеть отрезать стопу, на следующий день начинает гнить стопа, опухает вся нога. Если не успеть отрезать ногу, то у человека на следующий день возникает гангрена, общее заражение крови, и он от этой болезни умирает. Вы, наверное, все смотрели фильм «Белое солнце в пустыне». Там свою последнюю роль сыграл замечательный, в общем-то, актер Павел Луспекаев. Помните, таможенник Верещагин, за державу обидно. Так вот, никто у нас в стране даже не подозревает, от чего умер Павел Луспекаев. Дело в том, что он был неодолимым курильщиком. С детства он начал сосать этот ядовитый табачный дым и стал таким страшным табачным наркоманом, что отказаться от этого он уже не смог. И в 51 год у него началась облитерация сосудов на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах. И уже на съемках «Белого солнца пустыни» он снимался на протезе. Будете смотреть в очередной раз, обратите внимание. Но от табака он отказаться так и не смог. Продолжал сосать этот ядовитый табачный дым. Прямо на съемках, а они снимали в Прибалтике этот фильм, у него началась облитерация сосудов на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, чтобы отрезать и правую ногу по самый пах, он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, вратарь республики Лев Иванович Яшин. И тоже никто не знает, от чего умер Лев Иванович Яшин. А дело в том, что Лев Иванович Яшин был неодолимым курильщиком. В 13 лет он пошел во время войны на оборонный завод точить снаряды, и там пристрастился к табаку. И всю жизнь он не мог отказаться от табака. Он этого стеснялся, стыдился, он скрывал, тайно курил. Никто его никогда не видел ни с сигаретой, ни с папиросой, но продолжал сосать этот ядовитый табачный дым. И после 50 лет у него началась гангрена на левой ноге. Ему левую ногу отрезали по самый пах. От табака он отказаться так и не смог. Продолжал сосать. Через 9 месяцев у него началась гангрена на правой ноге. 2 дня он не давал отрезать ногу, а когда уже без сознания положили на стол, было поздно, он от этой болезни умер. Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы в Новосибирске. Я ахнул, сколько там молодых людей привозят, отрезают руки и ноги. Это просто ужас, вот сколько привозят. Я поговорил с медсестрой, она мне рассказала историю. Из Сузунского района привезли одного больного, курильщика. Гангрена левой ноги, отрезали левую ногу. Очнулся после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» Дали закурить. Через 8 месяцев привезли, отрезали правую ногу по самый пах. Очнулся после наркоза, первые слова: «Дайте закурить!» Дали закурить. Еще через 6 месяцев одновременно началась гангрена на правой и левой руке. Привезли, отрезали и правую, и левую руку. И вот лежит после наркоза очнувшийся обрубок, ни рук, ни ног. Первые слова опять же: «Дайте закурить!» Она говорит, мы аж заплакали все, ну то есть все уже, человек, и все равно. Какая-то страшная вещь вот этот табак. Поэтому, уважаемые ребята, пристраститься к этому сосанию ядовитого наркотического табачного дыма очень и очень просто. Между прочим, для того, чтобы наши дети все как один начали курить, табачные компании в состав табака сигарет добавляют в каждую тонну табака
добавляют 90 килограмм натурального меда. Добавляют 150 килограмм натурального меда в каждую тонну табаку. Добавляют 90 килограмм сухофруктов. Добавляют различные ароматизаторы и так далее, чтобы ребенок, сосанув этот дым, у него сразу не возник страшнейший удушающий эффект, и чтобы он втянулся в это табакокурение. Очень заинтересованы эти губители нашего народа, чтобы вся наша молодежь начала курить этот ядовитый табачный дым. Поэтому ни в коем случае, а если кто-то в это втянулся, то в молодости отказаться от этого намного проще, чем потом расплачиваться вот такими вот проблемами. Я вам скажу, можете проверить у своих родных и близких, которые сосут ядовитый табачный дым, являются курильщиками или табачными наркоманами, как их научно надо назвать, начальные признаки вот этого облитерирующего эндотериита. Признаки такие. Это более холодные пальцы рук и ног. Это говорит о том, что уже нарушен кровоснабжение. То есть холодная зябкость. Зябкости рук и ног, я бы так сказал. Значит, зябкость рук и ног. Зябнут больше пальцы рук и ног. Это побеление пальцев рук и ног, что связано тоже с недостаточным кровоснабжением. Это онемение пальцев. Иногда пальцы начинают неметь. Это перемежающаяся хромота. Перемежающаяся хромота, это ходит курильщик, сосет эту соску, ходит, радует, ой, что-то в ноге кольнуло, больно кольнуло, ой, расходился, опять дальше пошел. А это свисток с того самого инвалидного света, произошел облитерация сосуда, произошла. Это болезненный процесс, продолжает сосать эту сигарету дальше. Я провожу курсы, в том числе провожу курсы в Москве, вот по восстановлению зрения. На курсы приходит разный народ. Я, естественно, им читаю лекции про алкоголь и про табак, это совершенно очевидно, потому как алкоголь и табак – это страшные враги зрения человека, страшные враги. Вы спросите, почему? Да потому что в первую очередь разрушаются самые нежные сосуды организма, а это сосуды сетчатки глаз. И вот по понедельникам пройдите по улицам и посмотрите встречным людям в глаза. Вы сразу увидите и пьяниц, и курильщиков. У них по понедельникам налиты кровью глаза. Это значит, накануне они травили себя и алкоголем, и табаком, полопались вот эти вот сосудики. Более того, у курильщиков, у них постоянно воспаленные глаза. В состав струйки дыма, которая идет с сигареты, входит аммиак. А аммиак, соприкасаясь с любой влажной поверхностью, превращается в нашатырный спирт. И вот когда эта струйка дыма по глазам бьет, аммиак сразу на слезе превращается в нашатырный спирт, начинает человеку раздражать, жечь глаза, что приводит тоже к воспалительным процессам. И вот как-то на одной из таких лекций, на моих курсах по восстановлению зрения, ко мне подходит женщина и говорит: «Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды?» А я, уважаемые ребята, страшно видеть, когда вот молодой человек стоит и курит. Но когда я вижу курящую девушку, у меня вообще в душе что-то вот холодеет внутри, просто холодеет. И вот меня эта женщина, врач-акушер, говорит: «Вы, Владимир Георгиевич, видели когда-нибудь, как происходят роды?» Я говорю: «Нет, не видел». Она говорит: «Ребеночек в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды, и в этих водах плавает, развивается ребенок. Накануне родов ребенок прорывает этот мешочек, и уроженицы отходят в воды, а потом спустя какое-то время сразу рождается и ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы вскрываем этот мешочек. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом, и розовенький ребеночек в них там плавает. Но если, она говорит, не дай бог женщина в процессе беременности курила, либо ее обкуривал идиот муж, мы вскрываем этот мешочек, оттуда, говорит, прямо вот как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. Воды мутные, грязные, и синий ребенок, полуживой, асфиксия, кислородное голодание, полуживой ребеночек лежит в этой мути.
Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, вы покажите по телевизору, как рожает курящая женщина. Ни одна, наверное, девушка после этого даже мысли не будет, чтобы в рот эту отраву засунуть табак. Ни один молодой человек ей даже думать об этом не позволит. Несколько слов об обычных других наркотиках. В Советском Союзе до 92 года не было проблемы наркомании вообще. В Советском Союзе не было проблемы наркомании. И как сейчас выясняется, по одной очень простой элементарной причине. В Советском Союзе невозможно было поменять рубли на доллары. И для мировой наркомафии Советский Союз представлялся большим белым пятном. Какой смысл было везти сюда наркотики, рисковать через укрепленные границы, продавать их за рубли, а что с этими рублями дальше делать? Как только в 92 году Ельцин и Гайдар по требованию Международного валютного фонда на всех углах открыли обменные пункты, где начали менять рубли на доллары, в этот же день на нашу страну как волки набросилась мировая наркомафия. Она организовала массовое дополнительное производство наркотиков в Афганистане. Распространение, доставку, рекламу этих наркотиков. И только в 2002 году, по данным Государственной Думы, мировая наркомафия вывезла из нашей России 12,5 миллиардов долларов чистой прибыли. Это четверть государственного бюджета. Чем же опасна обычная наркомания по сравнению с алкогольной и табачной наркоманией? Дело в том, что если ребенок начинает 10 лет пить пиво, в 13 лет он пьет вино, в 16 водку, в среднем этот ребенок живет еще 27 лет. В 37 лет умирает от алкоголизма. Он успевает жениться, детей дебилов нарожать, ну хоть как-то что-то в жизни состояться. Но если ребенка в 10 лет посадить на иглу, то в среднем по статистике такой ребенок живет 6 лет. Умирает либо от передозировки, либо от недозировки. И поэтому, уважаемые ребята, знайте, что среди нас в нашем обществе ходят убийцы. Это люди, которые распространяют наркотики. Это люди, которые служат вот этой мировой наркотической мафии. Они получают гигантские деньги за распространение наркотиков. И за эти деньги они любого из вас готовы убить, не задумываясь. Любого готовы убить за эти деньги, приобщив вот к этой наркомании. И поэтому, если кого-то из вас предложит вдруг где-то наркотики, ну на, просто, уколись, на, понюхай, на, покури. Вы знаете, этот человек убийца. Вот он начинает вас сейчас убивать, приобщать к наркотикам, чтобы, вытянув из вас деньги, отправить вас, как говорится, на неизвестно куда. Бегите от этого человека, бегите. Это бандит, убийца. Даже если этот человек подойдет вдруг в виде вашего хорошего друга, подруги, скажет, ну давай, за компанию, давай, на, хоть попробуй, вроде в жизни все попробовать надо. Вы знаете, ваш друг и подруга попали в сети наркомафии. Они стали агентами, бойцами этого наркотического фронта. Дело в том, что всякий наркоман неизбежно в течение года становится преступником. Он за полгода прокалывает все, что есть в доме, выносит все, что ценное, продает, прокалывает. И через полгода перед ним встает дилемма, что делать дальше. Либо идти воровать, что страшно. Либо ему предлагают другой путь. Слушай, ты приобщи к наркотикам еще 5-7 человек. Мы тебе будем давать одну лишнюю дозу, ты им продашь, а себе бесплатно. И он начинает тоже распространять эти наркотики. Становится участником вот этого наркотического маркетинга. И у нас в результате этого каждые 8 месяцев удваивается в нашей стране количество наркоманов. Каждые 8 месяцев удваивается количество наркоманов, потому что каждый наркоман становится распространителем неизбежно наркотиков, захватывает свое окружение, еще 5-6 человек затягивает в эту пропасть. У нас появились лекари от наркомании. Вся Москва уклеена бумажками. Лечу от наркомании, лечу от наркомании. Какой-то маршак лечит от наркомании и так далее. Знаете, вылечить от этого невозможно. Невозможно. А вот эти вот все объявления о том, что вылечу от наркомании, это все провоцирует мировая наркомафия.
Нет для нее более важной идеологической задачи, чтобы убедить общество и молодежь, что от этого можно вылечить. Ты пойди, уколись. Вон, вылечит тебя, Маршак, пожалуйста. 30 тысяч долларов, так сказать. И все, и снова будешь, так сказать, ходить. Хочешь, снова начинай. Хочешь, не начинай эту наркоту принимать. Есть ли способы борьбы с наркоманией? Да, есть. Да, есть. Есть ли страны, в которых нет наркомании? Вот у нас мировая наркомафия пустила антинаркотическую пропаганду по очень важному и нужному для себя, для этой наркомафии пути. Давайте в школах будем рассказывать детям о наркотиках как можно больше, чтобы они все знали, где их взять, как ими уколоться и так далее. Но при этом будем их учить, скажи наркотикам нет. Вот тебе предложат уколоться, а ты вот скажи, что нет, вот все, и ушел, и вот ты такой герой. Невозможно научить детей сказать наркотикам нет. Невозможно в принципе. Дело в том, что там, где нет спроса на наркотики, эти наркотики берут этот спрос силой. И вот у нас в Нижнем Новгороде проходил международный семинар по проблемам наркомании. На этот семинар приехали учителя из северных городов Тюменской области. А у них там север Тюмени, нефтяники помогали осваивать азербайджанцы. Азербайджанцы, трудяги-то уехали с этого севера уже, пенсионеры. Но там обосновалась эта мафия. И эта мафия распространяет наркотики на севере. И она их не просто распространяет, она приобщает детей к наркотикам силой. Выискивают ребенка 10-летнего из богатой семьи, а нефтяники народ богатый. Ловят его и укалывают. Укололи раз, укололи два, укололи три. А на четвертый раз он сам ищет. Дядя, уколи, все, что хочешь, из дома принесу. Невозможно, понимаете, уберечь в этой ситуации, когда свободно, безнаказанно у нас орудует в стране наркомафия, невозможно уберечь своих детей и внуков от этих самых наркотиков. Если мы не поймем, что среди нас ходят убийцы, и как бешеных собак их не пересадим, не переловим, не перестреляем, они просто убьют всю нашу молодежь. Убьют нашу молодежь. Это наркомафия. Кстати, есть ли страны мира, в которых не существует проблемы наркомании вообще? Да, есть. Есть. Вот рядом с нами полуторамиллиардный Китай. В Китае нет проблемы наркомании. По одной очень простой причине. В Китае за распространение наркотиков предусмотрена публичная смертная казнь на стадионе. Каждый год от 13 до 48 человек за это преступление казнят на стадионе. Желающих распространять наркотики в Китае нет. А у них распространитель наркотиков, это не у нас. Он из Таджикистана 2 килограмма героина привез, ему 3 года условно, иди вози дальше. У них, если в кармане находят 2 дозы, то это публичная смертная казнь на стадионе. Потому что одну дозу себе, а вторую кому-то продашь, приобщишь. Одна доза в кармане, это 8 лет тюрьмы. Желающих распространять и употреблять наркотики в Китае нет. Есть ли опыт борьбы с наркоманией, даже с наркомафией, даже в нашей стране, вот в наших сегодняшних условиях? Да, тоже есть, тоже есть. Вот между Москвой и Владимиром есть маленький город, который называется Покров. Это был центр наркобизнеса в Центральной России. В городе этом живут всего 24 тысячи человек. Не осталось ни одной семьи, в которой бы кто-то из родных, близких, из детей не погиб от наркотиков. Захлестнула наркомания вот этот город Покров. Просто захлестнула. И вот, значит, да, у них каждый год регистрировалось по 160-180 новых наркоманов. Ну, то есть, я говорю, просто как снежный ком распространялась наркомания в этом Покрове. А город-то махонький. И вот на очередных выборах мэра города представитель Русского общенационального союза вышел с такой программой. Он сказал: люди, изберите меня мэром. Я вычищу город от наркомафии, я спасу ваших детей от наркотической гибели. И народ за него проголосовал. Как только он стал мэром города, он тут же под следствие отдал начальника милиции городской и весь отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Под следствие и под суд. И посадил туда истинных своих патриотов русских. И они начали зачистку города от наркомафии. Днем и ночью они проводили облавы в цыганских поселках. У них цыгане этим занимались.
наплевали на все права человека. Облава, ловят цыгана с наркотиками. Тут же наручники, тут же его везут в суд. Дежурный судья в этот же день дает ему 8 лет, никаких условных, и его в тюрьму. Когда они посадили 78-го цыгана посадили в тюрьму, цыганская община дрогнула. В одну ночь за бесценок продала дома, снялась и уехала куда-то на север Пермской области. На следующий год в городе Покрове был зарегистрирован один новый наркоман. Не 180, а один. Оказывается, ведь можно, если проявить политическую волю, если не болтать о борьбе с наркоманами, а именно взяться и действительно уничтожить причину наркомании, наркомафию. А стопроцентная, единственная причина. Нам вот говорят тоже по телевизору, наша молодежь с ума сошла. Ей нечем заняться, некуда податься, вот она вся и в наркотики и бросилась. Да глупость это и чушь. Единственная, стопроцентная причина наркомании – это существование наркомафии в обществе. Уничтожим наркомафию – это значит, мы уничтожим и наркоманию. Не уничтожим мы наркомафию – значит, наркомафия уничтожит наше будущее. Здесь, так сказать, деваться больше некуда. В 1985 году у нас в стране были приняты антиалкогольные постановления. И в тех постановлениях было сказано, что проблемы, связанные с алкоголепотреблением, у нас в стране резко обострились, а пьянство, алкоголизм достигли угрожающих масштабов. И я вот вам сейчас по памяти нарисую график душевого потребления алкоголя в России СССР с 1900-го по 2000 год. Сюда откладываю годы, а вверх откладываю литры абсолютного алкоголя на душу населения в год. Это объективный показатель уровня пьянства в любом государстве в любое время. Россия традиционно была одной из самых трезвых стран мира. Меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение 3 столетий. 1700-е, 1600-е, 1800-е годы. Но к началу прошлого века душевое потребление в России резко подскочило, было меньше 3 литров. И в 2014 году достигло неслыханного для так называемой пьяной царской России уровня 4,7 литра. 2014 год. В 2014 году у нас в стране был принят сухой закон, так называемый. И производство, и накануне Первой мировой войны, и производство и потребление алкоголя в России сократилось почти до нуля. Меньше 0,2 литра на человека в год. Меньше стакана алкоголя на человека в год сократилось потребление алкоголя. Сухой закон у нас в стране существовал 11 лет и был отменен в 1925 году, полтора года спустя после смерти Ленина. Указ о возобновлении виноводочной торговли 5 октября 25 года подписал бывший враг народа Рыков. И водка в народе так и называлась до Великой Отечественной войны презрительно – Рыковка. Далее пьянство нарастало и в 40-м предвоенном году достигло 1,9 литра. Во время войны пьянство резко упало, мы данных не нашли, и довоенного уровня достигли только в 52-м году. И вот после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина наша страна полетела в страшную алкогольную пропасть, достигнув в 80-м году уровня производства алкоголя 11 литров на душу населения в год, превысив в том же 80-м году среднемировой уровень производства алкогольной отравы в 20 самых пьяных странах мира почти в 3 раза. 4 литра пьет пьяный мир. В 1985 году у нас в стране были приняты антиалкогольные постановления. И по стране начался процесс стихийного отрезвления. Закрывали магазины, так сказать, сокращали объемы продажи. И понеслось вниз. 1985 год, 1986, 1987 год. Продажа алкогольной отравы за 2,5 года сократилась в стране в 2,5 раза. Но в 1988 году к власти пришли силы, враждебно настроенные против политики отрезвления,
И они развернули кампанию неслыханного спаивания народов нашей страны. И понеслось назад. 88-й год, 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Я до 2000-го года дотянуться не смогу, потому что в 2000-м году, по официальным данным, в стране было произведено и выпито 18,5 литров на душу населения в год абсолютного алкоголя. Это алкогольный коллапс. Это алкогольное уничтожение основ жизни нации и государства. По данным Всемирной организации здравоохранения, при 8 литрах начинается необратимое угасание этноса – 18,5 литров. Параллельно этому графику, вот точно так же, как взлет-падение ракеты, в стране нарастали и падали все проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Вот так же росло количество пьяниц и алкоголиков, количество которых с 40-го по 80-й год выросло в стране в 14 раз. Росло количество пьяных преступлений и преступников в тюрьмах. У нас сейчас более миллиона соотечественников сидит за решеткой. Это просто неслыханный показатель для России. Падала рождаемость, но росла смертность. Вот он, знаменитый русский крест. Почему-то в 85-м году у нас в стране вдруг ни с того ни с сего резко пошла вверх рождаемость. И в том же 85-м году вдруг ни с того ни с сего до сих пор социологи не могут понять, у нас в стране резко пошла вниз смертность. Они шли вверх и вниз до 87-го года. В 87-м году рост рождаемости остановился. В 88-м году. В 88-м году остановился спад смертности. А с 89-го года вдруг резко пошла смертность вверх, а рождаемость пошла вниз. В 91-м году рождаемость и смертность пересеклись. И сейчас вот эта разница, депопуляция, вымирание, составляет около 1 миллиона человек в год. 1 миллион. Это по России. А что касается русских людей, то в прошлом году количество русских людей в России сократилось на 1 миллион 400 тысяч. Потому что 400 тысяч дали прибавку рождаемости 4 самых экономически отсталых региона нашей России. Чечня, Ингушетия и Дагестан. Там возродили трезвые мусульманские традиции и начали рождаться дети. Дети полноценные, здоровые в семьях, по 5, по 6, по 8 детей. Сейчас, кстати, Башкирия тоже вышла из депопуляции, тоже идет в плюс. Все русские области вымирают до сегодняшнего дня катастрофически. Вот эту вот ситуацию социологи назвали «русский крест». Это не русский крест, это крест вот такой, который хотят поставить на русском народе. Падали наши все экономические показатели. А вы, наверное, помните, в 85-м году шел виск. Уберете алкоголь, развалите экономику. Так вот, самый хороший год для нашей экономики – это 87-88. Несмотря на Чернобыль, у нас было по 6% прирост промышленного производства в 87-88 году. А самый развал начался при Ельцине, когда залили всю страну алкоголем. Естественно, пьяные люди только могут натворить, но не сотворить. И пошел вот этот пьяный полный развал страны. Но самым страшным итогом вот этого пьяного безумия является то, что идет прогрессирующее вырождение народов нашей страны. И в первую очередь русской нации, славянских, прибалтийских народов, где пьянство просто достигло размаха национального бедствия. Я вам вторую кривую нарисую. Это коэффициент популяционной деградации нашего народа. Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Последняя официальная точка относится к 62-му году. В 62-м году данные о дебильных детях в нашей стране засекретили. Они нас очень сильно дискредитировали. В 82-м году по нашему требованию Академия педнаук обнародовала данные о дебильных детях. Мы ахнули. В 82-м году 3,5% родившихся в СССР детей имели тяжелые отклонения в физическом и психическом развитии. Это дети-уроды. Рождаются без ручек, без ножек, без половых органов. Самое страшное, без разума рождаются. А еще 13% родилось с отклонениями средней тяжести.
16,5% детей, родившихся в 82-м году, были у нас ненормальны. Вот чем расплачиваемся за фантастическое невежество в области алкоголя. Цифры 98-го года просто потрясают. В 98-м году, по официальным данным, ненормальных детей в стране рождалось 37,5%. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра уже подходит к 60. Детей с отклонениями рождается больше, чем детей нормальных. Но дебилы и умные – это рождаются два полюса. Рождается дебил, полудебил, четверть дебил, дурак, полудурок, полуумный и умный. И весь этот набор, вплоть до умных, это все дети пьющих родителей. Не пьяниц и алкоголиков, простых нормальных пьющих родителей. Все зависит от стажа питья и количества выпитого отцом и особенно матерью. Нас долго уверяли, что алкоголь держится в организме двое суток, и двое суток надо воздержаться от продления рода. Это очень опасная ложь. По современным научным представлениям, алкоголь и продукты его распада держатся в организме более 20 суток. А молодой мужчина восстанавливает репродуктивную функцию только через 100 дней воздержания от алкоголя. 3,5 месяца ни капли в рот пива, вина, водки. У молодого мужчины омолаживаются половые клетки. Он может дать жизнь здоровому полноценному ребенку. Женщина такого срока лишена вообще. Девочкам, девушкам, женщинам, те, кто собирается рожать детей, на протяжении всей жизни ни грамма алкогольного яда в рот вообще брать нельзя. Потому что, в отличие от мужского организма, половые клетки в женском организме зарождаются при рождении девочки и находятся в организме всю жизнь, поступая раз в месяц по мере созревания на возможное оплодотворение. И неизвестно, какая рюмка выпитого шампанского может повредить именно ту самую клеточку, которая годы спустя аукнется ребенком со слабыми способностями, со слабым здоровьем или еще хуже, с каким-нибудь выраженным уродством. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. У нас в Сибири вплоть до 30-х годов прошлого столетия употребление алкоголя женщиной считалось одним из тягчайших грехов. А где-то до 65-го года употребление табака женщиной считалось вообще недопустимым. Я вспоминаю, на курящую женщину все смотрели как на какую-то, понимаете, я не знаю как на что. То есть этого не было вообще до 65-го года, чтобы женщины и девушки курили. Вот это наша сегодняшняя жизнь, последние 15 лет свободы так называемой. Мы законно гордились, что у нас в стране все выросло, все выросло. Уголь, нефть и сталь с 40-го по 80-й год. Но самый дикий рост в нашей стране с 40-го по 80-й год претерпел женский алкоголизм, который с 40-го по 80-й год за 40 лет вырос у нас в стране в 1200 раз. Вот вам, уважаемые женщины, цена ваших, казалось бы, безобидных застолий, рюмочек. Сейчас каждый шестой алкоголик в нашей стране – женщина. И избавляться от этого недуга им намного сложнее, чем избавляться мужчинам. Алкоголь является убийцей номер один в нашей стране. По причинам, связанным с алкоголем, в прошлом году в нашей стране погибло более 1 миллиона человек. Это население Томской области от мала до велика уничтожается каждый год ведущейся против нашего народа алкогольной войной. Не верится? Мне тоже не верилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголики и пьяницы в среднем живут на 17-20 лет меньше, чем люди трезвые. На 17-20 лет меньше. И тоже не верится. Рассказывают, у кого-то был дедушка. Дедушка пил, курил, да до 100 лет дожил. В 83-м году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. Это движение начали молодые мужчины моего возраста. Нам было по 30-35 лет. И вот как-то мы своим обществом собрались, и я спрашиваю. Я говорю, скажите, пожалуйста, у кого есть живой дедушка? Ни одной руки в зале. Я говорю, у кого есть отец живой? Поднимите руки. У половины, и в том числе у меня, отцов-то живых уже давным-давно нет. Нам про каких дедушек до сих пор анекдоты-то по телевизору рассказывают. Я поехал в свою родную деревню, Алтайский край, Топчихинский район, село Белово.
У меня в деревне на сегодняшний день нет ни одного живого пенсионера-механизатора. Люди просто не доживают до пенсии. Тяжелейшие условия труда, плюс постоянное пьянство. Вот как мор какой по деревне идет. А все же оказывается по науке. Наука так и говорит. Если трезвый должен жить 70, отнимите 17, вы получите 53 года. Золотой век нашего российского пьяницы. 53 года всего. Недавно опубликовали данные о продолжительности жизни мужчин сельской местности Псковской области. Это сердце России. Так вот, в среднем там мужчины на селе живут 44 года. Это на 28 лет меньше, чем живут пресловутые негры в Америке. Нам куда дальше отступать-то? Отступать-то ведь некуда. Трудно представить миллион людей, убитых алкоголем за год. Это статистика. Но когда рядом с тобой жил человек, и вдруг этого человека нет, и убил этого человека алкоголь, вот это впечатляет, и впечатляет здорово. В 83-м году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. И у нас была очень холодная зима с 83 на 84 год. Морозы доходили до 48 градусов. И 31 декабря 83 года в городе Искитиме, это рядом с Академгородком, произошла трагедия, которая потрясла всю Новосибирскую область. 30 вечером отец с сынишкой пошли в гараж, в погреб, набрать картошки, варенье, соленье к Новому году. Он сынишку в погреб в гараже опустил и говорит: ты там все собирай, что там надо, подбирай, разбирайся, а я к соседу по делам быстро сбегаю. А гараж я запру, чтоб холод-то туда не шел. И гараж запер. А у соседа стакан другой, третий, и про сынишку он забыл. А мальчонке 9 лет. Он бы, может, в погребе просидел, жив бы остался, но свечка сгорела, темно, страшно. Он вылез и давай в эту дверь железную бить и колотить. А ночью грянул мороз 44 градуса. А кто там в такие морозы будет по этим гаражам-то заснеженным ходить? Утром папаша проснулся, вспомнил, сына-то он в гараже запер. Прибежал туда, дверь открыл, а он так вот ледяной горкой прямо возле, замерзший возле двери и лежит. Ногти все сорвал, голос, до последнего кричал, за жизнь боролся. И папаша не выдержал, и тут же прямо над погребом на веревке взял и повесился. И вот эти две смерти так потрясли Новосибирскую область, какой нехороший был знак. И мой хороший друг Володя Лебедев, он инженер-физик, но он еще и поэт. Его этот случай так потряс, что он на эту тему написал стихотворение, которое назвал «Гараж». Оно небольшое, я вам его прочитаю. «Слышь, Федя, где рюкзак колхозный? Возьмем с картошки в гараже. Пойдем, сынок, пока не поздно, а то 9 час уже. Декабрь, опять оврал у мамы, 2 смены с ночи до утра. Поужинаем нынче сами, да не копайся ты, пора». Он долго рассуждал дорогой о том, что кормится семья. Не магазином, слава богу, а что картошка есть своя. Придя в гараж, отец машину погладил ласково рукой, подумал, повернулся к сыну и говорит ему: «Постой, я кое-что придумал, Федя, ты здесь побудь пока внутри. Я прогуляюсь до соседей, а ты картошки набери. Поговорю насчет резины, дверь я запру». И он ушел к соседу мимо магазина, чтоб было с чем присесть за стол. Проснулся дома на рассвете, прихожий свет, разбит трильяж, все тихо, сына дома нету. И вдруг, как обухом, гараж. Не помня, как полуодетый, добрался он до гаража, хрипя, как зверь: сыночек, где ты? Стуча зубами и дрожа, от ужаса землисто-серый, ключом нащупал щель замка, не чуя, как железной двери пристыла голая рука. Рванул пронзителен и тонок замерзших петель ржавый стон, и в ледяных слезах ребенок упал со стуком на бетон. Скрипя покачивалось тело в петле ременной на гвозде, а в пищеторг письмо летело: план снова выполнен везде. В 89-м году центральное телевидение показало перестроечный фильм под названием «Хозяйка детского дома». Многие помнят этот фильм. Гундарева, директриса, играла роль, нашумевший фильм. И в том же 89-м году Горбачев с супругой посетили город Донецк. И пока он там решал вопросы, Раиса Максимовна посетила Донецкий детский дом. Программа «Время» дала 20-минутный репортаж об этом посещении.
Я его видел по цветному телевизору, от умиления я чуть не заплакал. Там такие наряды, там такие игрушки в этом детском доме показали. Так вот, поверьте мне, более лживых и более преступных фильмов и репортажей наше телевидение не показывало никогда, чем вот эта вот хозяйка детского дома и посещение мадам Горбачевой детского дома в Донецке. Более лживых и более преступных. В 1984 году весной мы, группа активистов трезвенного движения Академгородка, поехали в наш подшефный от Академгородка Барышевский детский дом. В этом детском доме мы обнаружили 115 несчастнейших ребятишек. И только у троих из 115, и вот вы в цифру вдумайтесь, только у троих из 115 нет родителей. У 112 родители живы, но они лишены родительских прав за пьянство и алкоголизм. Мы там такого насмотрелись за этот день. Когда уезжали, я у директрисы Барышевского детского дома спросил. Я говорю, скажите, а сколько ваших мальчиков поступает в вузы? Она как на меня глянула, говорит, да вы что, поиздеваться надо мной решили. 100% мой детский дом работает на тюрьму. 100% на тюрьму. У меня 16 первоклассников, 10 из них дебилы. А мне говорят, учи всех вместе, дебильные детдома давно переполнены. Я сама, она говорит, послевоенная детдомовка. Я поэтому до сих пор из этого ада не сбежала. Но из нас-то, она говорит, люди ж выросли. Эти-то почему ко мне косяком идут? Володя Лебедев, который написал стихотворение «Гараж», нашел в себе силы и мужество и посетил еще два детских дома, расположенных рядом с Академгородком, в Маслянина и Новошмакова. После этого он написал стихотворение, которое в 1984 году было признано антисоветским. Володю таскали в КГБ, пытались с работы уволить. И только в 1986 году это стихотворение опубликовал журнал «Молодая гвардия». Оно коротенькое, я вам его тоже прочитаю. Эпиграф к этому стихотворению. 1984 год. Новосибирская область. Барышевский детский дом. Из 115 детей только у троих нет родителей. Новошмаковский, Маслянинский детский дом. Из 97 детей пятеро сирот. Новошмаковский детский дом. Из 105 детей сирот двое. И стихотворение. 20 век, 40-е, подставив раненую грудь, непокоренная Россия фашисту заступает путь. И, утеряв рассудок здравый, предчувствует конец палач, а под его пятой кровавой расстрелы, пытки, детский плач, на трупах трупы в небо глядя, и вдруг у ямы на краю, не убивайте меня, дяди, а я вам песенку спою. Дрожа и заикаясь прямо, над грудой неостывших тел, ребенок над сестрой и мамой зверью про зайчика запел. 80-е. Народы страну прославили трудом, но все полнее год от года, не детским горем детский дом. За что мальцу в 4 года дают за совесть, не за страх, беду великого народа нести на тоненьких плечах. Проснувшись, плачет он ночами, и рвется понимание нить. Не отдавайте меня маме, мне страшно, мама будет бить. Очнитесь, люди, плачут дети. Скажи, великий мой народ, за тех сирот фашист в ответе, а кто за нынешних сирот? Поражает воображение динамика роста школ для дебилов в нашей стране. Поражает всякое воображение. В 60-м году, когда мы только начинали пить, в Вологодской области было две школы для дебилов на всю область. В 80-м, через 20 лет, 18, в 9 раз больше. В Донецкой области в 60-м было 4 школы для дебилов, в 80-м 38. В городе Ленинграде в 85-м году 64 школы работали только на дебильный контингент. Поражает воображение динамика роста школ для дебильных детей в нашей стране. В 60-м году, повторюсь, когда мы только начинали пить, в Вологодской области было 2 школы для дебилов на всю область. В 80-м 18, в 9 раз за 20 лет. В Донецкой было 4, в 80-м 38. В городе Ленинграде в 85-м году 64 школы работали только на дебильный контингент.
У наших соседей Амичей в 60-м году была одна школа для дебилов на всю область. Сейчас 19, но всех своих дебилов они везут в Новосибирскую область. Потому что в Новосибирской области таких школ 58. В нашем новосибирском академгородке, к нашему величайшему стыду и невежеству, а ведь академгородок – это самый высокообразованный район Советского Союза, так вот у нас уже открыта вторая школа для дебилов, и та не вмещает всех желающих. Эти полуненормальные дети сидят в обычных классах, требуют получения усредненного образования. 95% дебильных детей академгородка – это дети так называемых культурно и умеренно пьющих родителей. Не пьяницы алкоголиков, культурно умеренно пьющих, как они себя называют. Родительское невежество оборачивается такой трагедией в семье, что тут хоть локти, хоть ногти кусай, сделать-то уже и ничего нельзя. Я как-то проводил курсы по восстановлению зрения в городе Новокузнецке. И вечером включил телевизор, и по телевизору шла острейшая телепередача. Называлась она «Беспризорные дети». Диктор сказал, что у нас в России на сегодняшний день более миллиона беспризорных детей. Это примерно в 4 раза больше, чем после гражданской войны, когда их Дзержинский по подвалам чердакам отлавливал. Проблема, ее надо понять, осознать, надо подключить социологов, психологов, педагогов, мамагогов и прочих гогов. Проблема, проблема страшная, надо осознать и понять. И показали сюжет «Беспризорные дети» в Новокузнецке. Рядом с вокзалом большая теплотрасса, зима, холод, зимой было дело. А в этой теплотрассе пробиты норы, и в этих норах, там на этих трубах живут вот эти вот беспризорные ребятишки. Место узнаваемое. Я на следующий день купил 1 килограмм конфет, пошел к этой теплотрассе. Подхожу, ногой постучал. Вылезай, конфеты есть. Вылезло 3 мальчишки. Лет 1 5, 2 8, 3, наверное, лет 10. Чумазые, грязные. Расхватали конфеты. Стоят, жуют, по карманам рассовали. Я у самого маленького спрашиваю, ты почему домой не идешь? Отца нет, мать пьет. У второго спрашиваю, а ты что домой не идешь? Отец, мать пьют. У третьего спрашиваю, а ты что домой не идешь? Отца нет, мать пьет, гуляет. Вы понимаете, у всех троих дома одна единственная причина. Дома у них пьют. Я не знаю, что еще надо исследовать, что еще надо понимать или осознавать, понимаете? Неужели кому-то еще что-то не ясно? Что главный развал семьи-то идет от этой пьянки. Это самый главный фактор разрушения семей. Ведь нормальный ребенок из нормальной семьи-то убегать не должен. А что нам предлагают эти друзья? А давайте поисследуем эту проблему. В доме в нашем пожар, а они говорят, давайте поизучаем температуру пламени, где горит лучше, где хуже, так сказать, там 5-10. Где что же изучать-то? Надо спасать этих детей как можно быстрее. Как и почему мы попали в такую страшную ситуацию на рубеже веков? Дело в том, что в решении алкогольной проблемы существуют 2 взаимоисключающих подхода. Первый подход называется «это борьба за трезвость общества», «за трезвость общества». И этим подходом занимается наука собриология, наука об отрезвлении общества. И существует второй подход, называется он, подход, это борьба с пьянством и алкоголизмом. Это подход научный, он поимел такое красивое выражение под названием «теория культурного и умеренного употребления алкоголя». Мы начали изучать, кто же у нас создал теорию трезвости в мире. Оказывается, теорию трезвости в мире создали величайшие русские ученые и общественные деятели, писатели и мыслители. У истоков истории трезвости стоял Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, академик Бехтерев, академик Углов. А кто же создал теорию борьбы с пьянством или теорию культурного и умеренного употребления алкоголя?
Не можем докопаться. Какие-то безвестные виноделы, безвестные виноторговцы, какой-то неизвестной национальности. Нет нигде хвостов. Кто же придумал вот эту теорию, согласно которой вся наша молодежь сейчас дует пиво и учится пить культурно, пить умеренно в этих базах, ресторанах и прочих-прочих вещах. Чем же отличаются две этих теории? Первая теория у нас в стране была очень развита, особенно в конце 19-го, в начале 20 века. Именно полное господство в умах людей теории трезвости и привело к тому, что в 14 году в стране был введен сухой закон. Господство этой теории трезвости привело к тому, что душевое потребление алкоголя на протяжении 50 лет не превысило того, которое было до введения сухого закона. У нас в стране сухой закон действовал не 11 лет, 50 лет, с 14 по 64 год, потому что душевое потребление было меньше, чем в 14 году. То есть это все после действия сухого закона. Так что же говорит эти две теории относительно того, что такое алкоголь? Теория трезвости говорит однозначно, алкоголь – это самый опасный на Земле наркотик. И с ним надо бороться, как с наркотиком. Только так его можно и нужно победить. И в нашей стране его успешно побеждали. У нас трижды были периоды сухого закона, когда Россия возрождалась и становилась мощнейшей державой. Что же говорит теория культурного питья? А теория культурного питья говорит следующее, что алкоголь – это какой-то специфический пищевой продукт. Специфический пищевой продукт, который надо продавать в гастрономе рядом с молоком и хлебом. Но он специфический. Почему-то этот продукт не рекомендуют детям давать. Почему-то этот продукт не рекомендуют беременным женщинам. Почему-то этот продукт пищевой нельзя за рулем употреблять. На работе наказывают, если человек его употребляет. Вот такой специфический пищевой продукт. Лужков придумал к этому специфическому пищевому продукту еще один вагончик. Этот пищевой продукт можно и нужно продавать на всех массовых мероприятиях в городе Москве, но только обязательно в полиэтиленовых бутылках. Потому что если в стеклянных бутылках этот продукт продается, то люди, почему-то наевшись этого продукта, начинают бутылками друг друга по башке бить, на милицию бутылки. И вот что-то такое специфический, но пищевой, как говорится, вот этот продукт. Что говорят эти теории? В чем причина, так сказать, существующей ситуации алкогольной? Теория трезвости говорит однозначно. Главная, практически стопроцентная причина – это свободная доступность алкоголя в нашей стране. Когда бутылка пива у нас уже летом стоит дешевле бутылки минеральной воды, и дети, утолив жажду, берут именно пьют и дуют пиво. Доступность этого наркотика и есть самый страшный бич и причина его распространения. А что говорит пьянство и алкоголизма, теория? Они говорят, это вот виноваты пьяницы и алкоголики. Они пить не умеют. Вот умели бы пьяницы и алкоголики пить, тогда бы и пьянства и алкоголизма бы не было. Я за свою жизнь еще не встречал ни одного пьяницу или алкоголика, который бы в грудь себя колотил и доказывал, что он пьяница или алкоголик. Ни одного я за свою жизнь не встретил. Все себя в грудь колотят, говорят, я пью умеренно. Как это умеренно? Ты же вчера он под забором валялся, ну мало ли там споткнулся, упал, а вообще-то я пью умеренно. Я пью по случаю, пью на свои, пью с друзьями. У меня просто мера другая, вот и все. А душа, как говорится, меру-то знает. Какие, в чем, так сказать, соль борьбы? Теория трезвости однозначно говорит, самыми страшными алкогольными ядами, которые существуют у нас в обществе, являются пиво, шампанское и вино. Это самые страшные алкогольные яды, потому что именно с пива и шампанского начинается приобщение детей и молодежи к алкоголю. Дети водку сразу пить не будут, а пиво они пьют уже в 5 лет. Уже его пьют, они уже приобщаются к этому алкоголизму. У нас, кстати, в стране уже существует главный детский нарколог. Существуют детские наркологические, уже десятки тысяч пивных алкоголиков детей до 10 лет уже в нашей стране они существуют. Они уже есть, понимаете, эти дети. А что говорит теория культурного питья? Она говорит, что есть хорошие пиво и вино, а есть плохая водка. Вот водку надо убрать, а побольше, так сказать, пиво-вина, и тогда пиво-вино вытеснят водку, и пьянства алкоголизма не будет.
У нас эту теорию начали пропагандировать активно при Хрущеве, начиная с 56 года. Давайте вытеснять водку пивом и вином. Производство вина выросло в 14 раз, производство пива выросло в 10 раз, ну и производство водки выросло тоже в 8 раз. То есть явно, что напившись пива, вина, водки, ему надо большей дури. Он начинает пить пиво, вина, начинает искать и эту самую водку. Кстати, теория трезвости гласит, что самыми ядовитыми алкогольными изделиями является как раз не спирт и не водка, а являются как раз пиво и шампанское. Это самые ядовитые алкогольные изделия. И человеку употребить стакан шампанского намного для здоровья вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам берусь научно, так сказать, доказать этот факт. Представьте, сейчас бы открылись двери, заскочили лихие люди, руки-ноги мне бы заломили назад и залили бы внутрь меня стакан спирта. Что бы со мной произошло? Ну, извините за натурализм, меня тут же бы вывернуло наизнанку. Потому что через рот в организм вводится страшнейший яд. Первая реакция здорового организма на любой яд, вводимый через рот, это рвотный рефлекс. Пока не убил, не отравил. А шампанское другое дело. В шампанском этого яда всего 11%. Очень он замаскирован, этот яд, остатками сладкого виноградного сусла. Рвотный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не срабатывает. Когда человек... То, что шампанское и пиво газированы вот этими газами, которые туда напукивают перед подыханием вот эти бактерии, в этом его самая страшная дьявольская сущность. Дело в том, что у человека процесс интенсивного всасывания начинается в тонком кишечнике. И когда человек употребляет водку, он водку в себя заливает, проходит по пищеводу, желудку, двенадцатиперстной кишке, потом попадает в тонкий кишечник, и в тонком кишечнике спирт начинает всасываться в кровь. И концентрация алкоголя в крови, когда человек травит себя водкой, нарастает медленно, пока дойдет, пока всосется, пока одуреет. Но если человек употребляет шампанское или пиво, а шампанское газировано, то, что оно газировано, а эти газы расширяют у человека сразу поры на языке, пищеводе и желудке. И процесс всасывания газированной жидкости начинается с языка со рта моментально. Вот почему, кстати, утоляют жажду именно газированной водой. Сразу с языка начинает всасываться в кровь спирт, и концентрация алкоголя в крови при употреблении шампанского и пива нарастает очень быстро скачком, быстро-быстро скачком. У пьяниц даже есть такое крылатое выражение – шампанское ударило в голову. Слышали, наверное, да? Вот он, пьяница, пьет шампанское, вот он всасывается спирт, посклеивались эритроцитики, пошли-пошли, бабах, ударили по мозгам. Человек чувствует момент, когда у него начали разрушаться мозги. Про водку я такого не слышал, а шампанское и пиво бьет в голову. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку, каждый день мне выпаивайте по стакану шампанского, через год выползу из этой клетки законченным алкоголиком. Вот что такое шампанское, что такое пиво. И если бы я был начальник в нашей стране, самый главный, первое бы я что сделал, чтобы спасти молодежь от алкогольного уничтожения, я бы запретил продажу, рекламу пива и вина. Запретил бы. Водка пусть пока остается. Пусть, говорят, алкаши не могут пить, пусть водку пьют алкаши. Но у меня на следующий день перестанут пить дети водку не пьют, перестанет пить молодежь, перестанут пить девушки, перестанут пить значительная часть женщин, они же и водку-то еще не все допились. И у меня буквально за короткое время станет трезвая страна. 75-80% людей отрезвлеют. А уж эти трезвые люди потом пьяницам-то руки вывернут, правда? Кислород перекроют. Каковы механизмы решения этой алкогольной проблемы? Теория культурного питья не дает никаких механизмов. Главный нарколог нашей страны, выступая по телевизору, и сказал: «Я являюсь сторонником теории культурного питья и считаю, что надо учить детей культурно пить в семье и в школе». Понимаете? За это надо просто сразу диплома лишать и в тюрьму сажать человека. То есть он же ведь главный нарколог нашей страны, этот самый. А что говорит теория трезвости? Она говорит, надо
с алкоголем поступать, как и с любым наркотиком. Прекращать его рекламу, производство, продажу. Тогда мы спасем всех людей от этой алкогольной наркомании. Вы скажете, вы, Владимир Георгиевич, что ж, предлагаете сухой закон? А вы разве не знаете, что сухой закон ничего хорошего не дает? Все купленные алкогольной мафией средства массовой информации и телевидения уши прожужжали, что сухой закон ничего хорошего не дает. Не дай бог ввести сухой закон, будет 10 раз хуже. 10 раз хуже, люди все вымрут после этого сухого закона. Я вас хочу поздравить. У нас в стране 73 года действует сухой закон за рулем. Сухой закон за рулем. У нас 73 года работает ГАИ и поддерживает в стране сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан. Лишен водительских прав, оштрафован. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Ну, раз сухой закон ничего хорошего не дает, давайте его отменим и за рулем. Говорят, запретный плод сладок. Ну, так раз он сладок, давайте его и отменим. Что будет? А я вам расскажу, что будет. Сейчас за рулем по статистике 1% водителей ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех дорожно-транспортных происшествий и 56% смертей на дорогах дает 1% пьяных водителей. Давайте завтра отменим сухой закон за рулем. Да каждый второй пьяный за руль полезет. Нас же с вами попередавят, правда? Наверное, ни у кого нет мысли о том, что надо отменить сухой закон за рулем. Ошибаетесь. 6 лет правые партии в Государственной Думе криком кричали «отменить сухой закон за рулем». Нарушение прав человека. Как это так? Человек пиво напился, так сказать, а его за руль не посади. Ну-ка, отменить. И я вас уверяю, отменит эта Дума. Мы проанализировали. Все-все акты, которые они принимают, направлены на наиболее быстрое уничтожение народонаселения нашей страны.